Papéis. Да, вообще ничего не менял. Кроме кнопок местами и все. А чё, чё, ты что-то изменился? Кондуктор, остановить, моя станция. Пенис! Ну, реально в какой-то момент прям кричит пенис в фильме, я помню. Прям пенис! Опа! Поехали. Блять, игра, не души нахуй. Ты заебала, блять. Чё ты троллишь ты меня? Сколько раз я должен ресетать этот первый ссаный уровень? Музон роскошный. И Сталлоне в музыке кричит: пенис! Пенис! Sergeant Spartan, you've been sentenced to 70 years sub-zero rehabilitation in the California cryopreservation. Sub-zero rehabilitation. Involuntary manslaughter of 30 innocent civilians. You will be placed in cryostasis for the duration of your sentence, during which your behavior will be altered through synaptic suggestion. You'll be eligible for parole. Короче, пенис. Пенис держал заложников. 30 человек. Когда здание взорвалось,
Спартана, ну, объявили, что он, типа, виновен в том, что 30 человек погибло. И приговорили его к криостазису до 2032 года. Чё, ничего, еще 9 лет еще и нормально. Главный вопрос. Где, блядь, Роб Шнайдер? Где, блядь, Роб Шнайдер? Где этот ублюдок маленький? John Spartan. They called him the Demolition Man. John Spartan, 5864. Pulmonary activity approaching normal. Plasma transfer in 15 seconds. Роб Шнайдер в сделку не входил. По-любому так и было. The conditions of your parole are full reinstatement into the SAPD and immediate assignment to the apprehension of Simon Phoenix. Or... Так все-таки это тот актер? Или не тот актер? А у вас тоже был диссонанс, когда вы узнали, что этот актер Блейда играл? Или это только у меня? Hall of Violence шрифтом Диабло написано. Не было? Ну, значит, только я. Ладно. Пи-п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 и
Mother Day Kill. Be you will. Очень лагущая версия, конечно. Ночью Блэзер. Да, порадовал старичка Питфолом. Мы можем назад вернуться? Нет, не можем. Ну ишь ты, блин. Хилка там осталась. Иди нахер, ты не достал даже до меня. Иди ты, блядь, ты чё, пёс, охуел? Ты как, блядь, достал-то до меня? Вот же сикопсина.
Да, блять, попади по нему, ёбаный рот. Все, спасибо. Чуть вол. Га-а-а, не ронять. Вот бы хилку. А то вторую даже не хочется тратить. Пенис! О, новый кат-сцены, который вы не видели. Потому что они что-то в прошлый раз зависли. Окей. Эй. А, ну ладно, типа, кончилось. Я рад, ты успею. Ну да. Я не знаю, никогда не успевал за этой жизнью. Да хорош. Охуенно прыгнул. Да что ж ты делаешь-то, блядь, сука, еблан, блядь, тупой. Чё за, блядь, прыжки? Охуенно. Все жизни так, блядь, просрём сейчас. Хера не будет. Труханы еще и-то висят. Или рядом кондом висит какой-то. Тоже проветривает, видимо, кто-то. Ты кондомы свои проветриваешь?
Ёб твою! Блять. Разговор про пенис. Конт, кстати, получил. Интересно, за что? Где монтажи не возьмем? Помнится. Ты охуел? Так, ну минус жизни, очевидно. Да. Время душных уровней. Да. Да. Супер душных. Да в смысле? Да я. Да, конечно. Хилочку сейчас вообще был бы топ.
Ну, Жень тоже пойдет. Если она еще респанится постоянно. Вообще огонь. Хилку. Роскошно. Лево, право, лево, право. Право, право, лево, лево, право. Право, лево, лево, право, право, лево, право, право, лево, право, право. Классный звук. Да. Да кто там хуярит-то? Алло. Право, лево, лево. Подожди, я что, назад вернулся? Да кто там? Я не мог назад вернуться. Лево. Право, лево, лево. Вместе, вместе. Все, останавливайся. Плюс в одну жизнь ушли. Это неплохо. Кондуктор! Наш интерпроса. Меня засосала буфетчица вокзала. Иди лесом. Пиздец мне. Красиво нахуй. Где этот козел, блять, который гранаты кинул? Вот он был. Вот сволочь, блядь. Кинул гранат, все, минус жизнь. Да, у меня было такое. Thank you.
Скорпионс подъехал. Иди нахер, игра, блядь. Сика. Ну чё ты начинаешь? Да конечно, иди ты в пень, блядь. Сквозь текстуру он, блядь, кидает. Иди нахуй, слышь ты, блядь, хуйло. Да иди ты, блядь, в пизду, слышь? Чмося, блядь. Хуячит сквозь стены, блядь. Алло. Окстись нахуй. Да, у меня гранаты кончились. Охуенно. Зато, блядь, у него не кончились нихуя. И он, блядь, так и будет кидаться гранатами. Заебца, блядь, чё? Ну чё мне делать? Только если так. Ну это дичь какая-то. Терпеть, блядь, не могу этот уровень. Такая хуйня. Нах, иди. Я попал в него, что ли? Давайте там кончайтесь уже. Здесь вы кончаетесь. Нет, отстой, конечно. Да еще и сверху. Да иди ты в пень, блин. Это последний коридор, а у меня вроде как последняя жизнь. Вот как.
Фу, блядь. Близко был, так как капец. Конт дали. Wasteland. Now I want to go down there. I want to find Phoenix. I'm going to put him in a hurt locker. Странно, что в этом фильме Сталлоне нормально разговаривает. А не вот это вот его. Как у меня прям. Вот же уёбок. Кетчуп. Останавливается, я что-то не понимаю. Тут же вроде ничего нет. Ну, типа, бог, допустим. Ты ебанутый, что ли, блядь? Че творишь-то? Ты что? О, а как мне прыгнуть-то? Чуть не пойму, мы как будто бы вернулись. Чего? Ну, ладно. Неплохо. Просто их полно, этих ванапов. Пожалуйста, игра, не души. А, да.
вчера об этом говорил. Я хуй знает, как это работает. Мне реально это непонятно. Иногда в этой игре просто спрыгиваешь и пролетаешь мимо веревки. Охуенно упал, блядь. Да иди ты нахуй, в борщ тебя, блядь, кину. Сука, сварись там, козел. Вот это угроза, блядь. В борщ тебя кину, блядь, сваришься там. Да ну хорош, стреляю же. Да ну куда ты пролетаешь мимо-то? Чё это? Сломайся? Блин, конечно, 2 метра не хватило дойти в прошлый раз. А почему нет? Будет катсцена с крысой. С крысбургером. Нет? Ну ладно. Не обиделся. Тысяч хайскор. Плюс конт. Плюс конт. Хорошо. Да охуенно было, чё. Там чё, бочка была? А чё-то музыка пошла по повтору. Так себе. Аккуратно. Ну охуенно. Классный чел. Да еще ты. Так, ссылка. Окей, я что-то не помню, что тут жизнь была. Ну ладно. Ой, зря.
Вот бы свет сейчас. Было бы неплохо. О. Спасибо. И 2 миллиона долларов. Гидрить 100-500 хилок. Так, и чё, куда мне дальше? Блять, я зря спрыгнул. Да, это самое начало. Ага, это самое начало. Класс, я. Охуенно сделал. Так, а куда мне надо идти тогда, подожди. Нет, мы вернулись назад опять, что ли? Чё ты, тварь? Блять, куда ты? Ты дурак нахуй? Не пугай, блять, меня так. У меня тут нулевая жизнь, чё ты мне тут? Кошмар. Ну что мне с тобой делать? Охуенно прыгнул. Куда ты, ёб твою? Блять, тупая хуйня, ну серьезно. Куда ты, дурак, блять? Я тебе покидаюсь. Что-то так покидаюсь. Отстань. Ебуть я, блядь, дурак, что ли? Окей. Нормально. Жизнь еще дали даже. Так, а что дальше-то? Криогенно? Или что? Все, последний уровень? 100. А, еще этот уровень, точно. Что-то какая-то особая музыка здесь прям. Туда, да?
Ага. Jurassic Park здесь, конечно, в этом уровне. Бляха. Да, можно... Можно хилоньку. А то я что-то... Это... Глупость какую-то сделал. Убежав вперед. Ну чё ты начинаешь? Ну чё, пиписы что ли? Пиписы. Чё, где мы, блядь? С самого начала что ли начали? А, боже. Там броник. Нет, подожди. Я сюда перехожу, правильно? Да, правильно. Значит, потом иду сюда. Да кто там? Сюда. Нормально. Окей, сюда. Дальше что? Слышь, конь, блядь. Я вообще мог уже и не заработать. Но... Пенис... Пипенис... Оказался. Я же не заработал. Обидно. Кетчуп. Окей. Надо было спрыгивать раньше, там Жень тоже еще одна была. Ну кетчуп, ну. Что? Игра, ты угораешь? Да слышь, я тебя чувствую, алло. Прыгни. Блять, хочется и колиться. Нет! 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 Бестолочь! Ну, бестолочь. Да, я хочу продолжить. Нет, ёпта, я так далеко зашел, хочу бросить его. Только теперь легитимно проходим, да? Там это... Со всеми рассказами. Типа, ну... Зачем на самом деле ракушки нужны? Легитимное прохождение. Почему ракушек только три? А сколько тебе надо? Или ты, боссман, у меня настолько особенный, что знаешь три вида салфеток? Четыре, вернее. Что хочешь еще?
малым. Что, блядь, меня за дома? Иди нахуй, игра, блядь. Чё началось-то, блядь, опять? И заново, сука, всё. Ты угораешь? Блять, иди нахуй, в потолок, блять, ты стреляешь. Иди в жопу, блять, просто. Чё за хуйня-то? Он, блять, в потолок выстрелил, меня убило. Класс. Я тебе говорю, класс. Он серьезно убежал? Ты угораешь? Его же даже видно не было. Серьезно? Ёб твою мать, чуть не помер. Как тебе такое? Норм? Норм же. Пару жизней сверху. Только потому что сразу спрыгнул. Шипкос. В лоб тебе. Что, блядь, меня убило сейчас? Там никого, блядь, не было. Я убил единственного, кто мог меня задамажить. Иди нахуй, игра, ты заебешь. Да. Давай, вот охуенно было. Шедевр. Шедевр, не меньше. Вот что нельзя было в прошлый раз так сделать? Блять. Да вы охуели, что ли, алло? Три фпс просто. Окей. Капитализм? Что-то босмонтовское? Может, он капитан? А, нет, там правильно написать. Капитализм. Окей. Теперь последний, да? Нихуя. Воу. Я не знаю, это только в этой версии, или это еще в сеговской так было?
типа начинаешь диагонали спамить. И просто. Скорость стрельбы просто жесть становится. Здрасте, до свидания. Как-то быстро бронежилет улетел. Ну вот еще один. Так, и что мне? Хэджоп! Ты ебанутый что ли, блять, алё? Сука. Мне кажется, этот уровень в этой версии выглядит чуть лучше, не? Или что-то не так? Еще одну жизнь. Почаще убегай. Бля, я побегу? Нет, не побегу, видимо. Ой, бля. Живи. Да. Хорошо. Да иди ты, пёс, блядь. Да хорош. Пенис. Дафи. Будет какая-то катсцена интересная. Например, то, как он его голову сбивает. Походу будет. Так. Хэджоп!
Кетчуп! Кетчуп! Ядрика, убившая жестокость. Ой-е! Гигри! Хе-хе! Fluid transfer activities like this? Better. Better? Fluid transfer activities. I think I'm gonna like the future. Now that you've demolished everything. Fluid transfer activities. Нормально. Нормальное название. У нее супер стильная жилетка. У Сандры. Пора в огонь. 5 контов в запасе оставалось. Ты настоящий Demolition Man. Да? На куражах. Опа. Норм. Норм. Неплохая версия. Заставок, правда, маловат. Надо было побольше было впихнуть. Ты думал, что она дочерью окажется? Подожди, 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 подожди. Чёртов питфол. Да нахуй нет-то. Это ситуация была. Просто неожиданно начал танцевать. Музыка странно здесь сделана. Вот чё, чё хотел про игру сказать. То есть она как-то... Как несуществующий говорил вчера. Что, как сказать-то, вот, пожалуйста, наглядный пример. А она даже не доигралась, она просто выключилась. Хз, почему? То есть лупов нет нормальных в музыке. Она просто рандомно выключается, не затухает, ничего, просто. Сработать с музыкой в этой версии какая-то отстойная. Этот раз. Тони Талларико писал музыку для этой игры? Чё? Я просто увидел в титрах сейчас. Интрига. Чё ещё? В целом вроде игра та же самая. Единственное, что почему-то на Сеге она меньше лагает. А на Сеге сиди как-то... Кто-то крутой. Тони Талларико писал музыку чуть ли не к половине сеговских игр, мне кажется. Самых таких. Например, Червяк Джим.